соответствии с 51 статьей Устава ООН, раздела 7, тоже вынуждены были это сделать, начав специальную военную операцию. Хочу вас проинформировать, что, несмотря на то, что идет и военная операция, мы, тем не менее, все-таки рассчитываем на то, что нам удастся достичь договоренности на дипломатическом треке. Мы ведем переговоры, не отказываемся от них. Более того, на переговорах в Стамбуле, а я знаю, что вы там только что были, я сегодня только разговаривал с президентом Эрдоганом, нам удалось добиться достаточно серьезного прорыва.